То есть правильно понимаю, что вот это вот здесь залито сейчас, то, что стоит, мы находимся где-то вот здесь, да? Да, это фундамент анкерной опоры, который находится вот здесь сейчас. Мы находимся на конструкции, которая называется Республика Беларусь, первый нулевой километр, точнее нулевой километр. Вот. И далее, по мере стройки, мы пойдем туда на 950 метров, там будет установлена вторая анкерная опора, и по мере развития вот это вот, да? Да. И по мере развития экотехнопарка дальше мы продлим территорию еще на 15 километров, и здесь будет уже выведен высокоскоростной транспорт. Вот. Ну и дальше мы продолжим уже слева. Легкая пассажирская трасса будет установлена здесь, и за ней будет установлен грузовой продуктопровод. Здорово. Начало положено. Поэтому, что хочу сказать, дорогие наши инвесторы, клиенты Skyway Invest Group, что сейчас начинается совсем новый период, при котором вот то, что мы делаем, входит в историю, и в такую историю, которую вот я говорю, что, вот, дорогие друзья, мы сейчас стоим впервые за всю историю человечества. У простого человека есть шанс сегодня войти в экономическое, финансовое состояние, которое еще никогда в жизни, никогда простые люди не имели таких возможностей. Поэтому воспользуйтесь этими шансами, воспользуйтесь вот этими дарами, которые сегодня нам дарит Анатолий Дарченко. Серега, ты можешь? Так, кепку-то снять? Или... Думаю, кепки можно. Да тебе же шла снимите, что то тут... Ну я ладно, вот то уже, так сказать, это... Зачем так? Сергей Сибиряков, это директор нашего проекта Skyway Invest Group, Transnet Group, именно в направлении макроэкономики, и вы знаете, сегодня знаменательное событие сегодня, да? Вот. Я сегодня уже говорил, друзья, я участвовал 15 лет назад в закладке нулевого километра, когда вообще эта технология только создавалась, когда она вышла из, ну, скажем так, категории изобретения, из категории Юницкий был как левша, как Кулибин. Он превратился в генерального конструктора, и 15 лет назад эта технология родилась. И, соответственно, мы, когда строили это, видели, были абсолютно уверены, что через 15 лет будет построен первый миллион километров. Но, друзья, прошло 15 лет, мы закладываем опять нулевой километр, и это не значит, что ничего не сделано или 15 лет эти прошли. Самое главное, что у нас не было 15 лет назад, у нас не было народной поддержки, у нас не было краудинвестинга, у нас не было народного финансирования. Сегодня в нашем проекте уже более 200 тысяч человек. То, что сегодня делается и происходит, это касается уже огромного количества людей. Через год у нас будет миллион и даже больше, как мы с Андреем... Миллион в месяц мы планируем. Да, миллион в месяц. Это говорит о том, что каждое действие, которое происходит, оно будет касаться каждого. И это событие, которое сейчас идет, это действительно закладка будущего, в котором мы все принимаем участие. И я четко понимаю, что да, 15 лет назад была группа энтузиастов, которые это толкали, которые делали, когда они столкнулись с чиновничьим беспределом, когда весь полигон уничтожили, нам нечем было ответить и нечем было защитить. Сегодня с такой поддержкой, с таким движением, я могу сказать, что уже никто не сможет просто прийти и сказать, что эта технология никому не нужна. Или по чьему-то решению она может быть остановлена. А тем более, когда, как мы говорим, что в любом городе, в любой стране, в любом регионе, когда будет 15% поддержки, то уже никакая сила не может ее остановить. Ну, вот мы всегда 15% населения. Население, да. То есть это так, вот как мы всегда понимаем. Ну, вот если бы сейчас какой-то премьер-министр или президент страны сказал бы, что я не хочу, чтобы интернет развивался, допустим, в Беларуси. Но это же глупо. Сегодня, понимают все, это идет развитие, это веление времени, оно касается каждого. Вот точно так же мы подошли к тому, что кто бы сейчас ни пришел и сказал, что струнные технологии, Skyway, Transnet развиваться не будет. Это такая же глупость, потому что сегодня время пришло, и остановить это уже никто никак не может. Но я всегда могу сказать, что вот вся наша команда, конечно, это такой необычайный подъем, необычайный, скажем, такой эмоциональный подъем, потому что мы сегодня участвуем именно в историческом событии, в том, что это действительно запуск проекта, который остановить нельзя, и который каждому из нас принесет очень серьезные в этой жизни и дивиденды, и в будущем интерес. Вот я тоже привожу пример, сейчас на московскую конференцию приедет женщина, которая уже почти 80 лет. И она ко мне подходит вот на красноярской конференции и говорит, что, знаете, я увидела второй смысл в жизни. То есть то я была просто пенсионеркой, пожилой женщиной. А сейчас она несет информацию о проекте, она несет этот проект, и для нее это сегодня просто счастье в жизни. Вот я могу сказать, для всех для нас это сегодня такое событие, и для всех для нас Skyway это стало вот таким проектом.
чему мы вас и призываем. Я думаю, что если вы еще не присоединились к этому проекту, то вы очень многое в этой жизни теряете. Спасибо.